Еще раз всем говорю, это замок 17 века. Поэтому аккуратнее с электричеством. В то время не было софитов и колонок на 100 тысяч ватт. Большая просьба не врубаться в розетки одновременно. Давайте координировать действия, распределять усилия. Да, и главное, очень прошу вас избегать конфликтов. Я не поняла, ты совсем поехавший, что ли? Давайте без глупости. Ага, я так испугалась, что сейчас обделаюсь. Девушки, хамство не глядит. А ты вали пока цел. Ваша вежливость, хорошие манеры – это лицо нашей фирмы. Нет, нет, что за бабка шляется? Посторонний в кадре. Это моя мама. Это в вашем представлении сдержанная роскошь? Вне всяких сомнений. Белый танец! Дамы приглашают! Камон! Чики-буллет! Он меня нервирует. Поднимите руки, everybody! Дай сюда. Сейчас покажу вам чудо природы. Это не пес, но и семейство собачек. Внимание, 3, 2, 1. Легавый. У нас очень важный клиент, и он хочет, чтобы мы организовали ему свадьбу под ключ. Сразу предупреждаю, я не мастер говорить речи. О, как, ну и заткнулся бы. Надеюсь на вас. Сегодня в особенности надо быть на высоте. Подержи поднос, мне отойти надо. Что-что? Ой, простите. Сами, ты точно проверил, салют работает? Я что просил делать? Действие координировать! Никто не понимает, что на кону моя жизнь! Я рискую ею каждый вечер. Потрясающе. Что тут скажешь? Французы умеют отжечь. Скажите честно, кто из вас получает зарплату в конверте? Не тяните руку так, поднимайте чуть-чуть, вот так, скромненько.